Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Калмыкова, и сегодня я продолжаю вас знакомить с продуктами компании Forever. И у нас новинка – замечательный, очень вкусный сок алоэ манго. И вот буквально несколько минут я хочу вам рассказать об этом соке, хочу поделиться своими впечатлениями, потому что я его уже попробовала, я уже его пью. И хочу вам показать, чем он может быть полезен для вас. Итак, я включаю демонстрацию экрана. Сок алоэ манго. Чем он может быть вам полезен? Он очень полезен для нашего иммунитета. Очень полезен для нашей нервной системы, для нашей сердечно-сосудистой системы, для наших сосудов, для наших глаз, для нашей кожи, для наших слизистых, всех слизистых. Этот сок на основе стабилизированного геля алоэ вера, и сюда еще добавлено натуральное пюре манго. Я думаю, что вы слышали о таком фрукте, и многие из вас его даже пробовали, но, думаю, мало кому посчастливилось, довелось есть этот фрукт абсолютно спелый, не доспевший в супермаркете сорванный зеленый, а абсолютно спелый, мягкий, вкусный, сочный. Вот именно такой манго и находится в этом соке. И манго, и алоэ, они очень классно, очень мощно в синергии работают на наш организм, на наше здоровье. Ну, сам сок алоэ невероятно полезный. В его составе очень большое количество, более 200 питательных веществ, 75 активных компонентов, 20 минералов, 20 аминокислот, 12 витаминов, вся группа витамина В, и в том числе витамин В12, гель алоэ, стабилизированный гель алоэ, является редким растением, который содержит в себе витамин В12. В основном этот витамин находится в продуктах животного происхождения. И алоэ манго, и сюда в этот сок стабилизированный гель алоэ добавлено еще манго, и получился невероятно чудесный продукт. Бета-каротин. Наверное, вы обратили внимание на цвет сока алоэ манго. Это такой ярко-желто-оранжевый цвет. Этот цвет говорит о том, что здесь высокое содержание бета-каротина. Из бета-каротина наш организм производит витамин А, если он нам в данной ситуации, в данный момент необходим. Ну, вот как только нашему организму становится необходим витамин А, он производится из бета-каротина, и это мощный антиоксидант. И одним из первых признаков дефицита витамина А – это снижение зрения, в том числе и особенно ночного зрения. И это может привести к полной слепоте. Еще один из признаков дефицита витамина А у нас в организме – это наша кожа, когда она становится очень сухой и она становится бледной, практически белой. Это частые конъюнктивиты, воспаление слизистых, повышенная восприимчивость к инфекциям, то есть снижение иммунитета и частые всевозможные заболевания. И это расстройство репродуктивной функции. И вот в группу риска входят люди, у которых, скорее всего, может быть дефицит витамина А. Это беременные женщины. Это люди с различными онкологическими заболеваниями, люди, у которых болеют сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированные, курильщики входят в группу с дефицитом витамина, в группу риска с дефицитом витамина А.
Это люди, у которых аллергии и всевозможные проблемы кожи. И вот как раз сок алоэ манго, он помогает убрать этот дефицит, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает поддерживать нормальное функционирование предстательной железы и вообще помогает поддерживать мужское здоровье. Он очень необходим женщинам для женского здоровья. Помогает нормализовать зрение. Я хочу сказать сразу, что это не только сок манго, это должна быть программа. Но основа этой программы – это будет сок алоэ манго. У нас есть витамины для глаз, у нас есть еще другие продукты. И вот в программе это может быть очень хороший результат для зрения. Помогает укрепить иммунную систему. И при регулярном употреблении очень хорошо нормализуется и иммунитет, и работа сердечно-сосудистой системы, и работа нервной системы. И вот если вы посмотрите, то в состав этого сока входит витамин В5, это пантотеновая кислота, это очень мощный антистресс, и пантотеновая кислота очень важна для обмена жиров, углеводов, для обмена аминокислот, синтеза жизненно важных жирных кислот, таких как и холестерина в том числе. И вот недостаток витамина В5 в организме приводит к нарушению обмена веществ, на основе которого развиваются дерматиты, истощение, это может быть выпадение волос, изменение работы надпочечников, изменение функции сердца, может быть нарушение координации движения, нарушение работы почек, могут проявляться такие проблемы желудок, кишечник, как образование язв, очень сильно снижается иммунитет и могут быть частые простудные заболевания. Пантотеновая кислота, витамин В5 стимулирует сократительную деятельность кишечника, улучшает работу кишечника. Витамин В5, пантотеновая кислота, принимает участие в синтезе нейромедиаторов. Он участвует в передаче нервных импульсов от одной клетки к другой. Помогает передаче нервного импульса. Снижает уровень вредного холестерина и тем самым помогает очищать наши сосуды. Чем еще полезен сок алоэ с манго? Тем, что здесь еще в составе витаминоподобное вещество холин. Его еще называют витамин В4. Это также нейромедиатор, без которого ни нервная система, ни клетки мозга, ни печень не могут полноценно функционировать. Помогает улучшить память, концентрацию внимания, уменьшает уровень апатии и раздражительности. Очень хорошо работает именно на нашу нервную систему. Это очень мощный антиоксидант. А также холин является значимой составляющей мелиновой оболочки. Она покрывает наши нервные волокна и таким образом не допускает возникновения прерывания нервного импульса. Ну, это можно привести такое сравнение, что электрические провода обязательно упаковывают в оболочку, то есть сами провода находятся в оболочке. Для чего? Там, где нарушается оболочка, там может произойти замыкание.
То есть нарушится поток энергии. Вот то же самое приблизительно и с нашими нервными волокнами. Когда нарушается вот где-то миелиновая оболочка, то может произойти замыкание, то есть нарушение прохождения нервного импульса. И, образно говоря, может произойти в нашей нервной системе замыкание. И вот холин необходим, он является составляющей этой миелиновой оболочки. Способствует хорошему настроению, так как это антистресс. Вся группа витамина В – это витамины антистрессы и хорошо влияют на нашу нервную систему и активизируют мыслительные процессы. Что еще есть в соке алоэ манго? Это группа витаминов В6, В9, В12. Это такой мощный комплекс, который противостоит инсультам и инфарктам. Витамин В9 – это очень важный витамин для беременных женщин. Он важен для производства генетического материала, для того, чтобы ребенок родился без патологий. Витамин В9 необходим для работы мозга, и он необходим для выработки красных кровяных телец. Витамин В6 – по сути, у нас вырабатывается в организме, но, как правило, его недостаточно вырабатывается, и нам его бы хорошо получать с продуктами питания. И вот сок алоэ манго – это тот самый продукт, кроме того, что еще и очень вкусный продукт. И витамин В6, он улучшает работу мозга, когнитивные функции нашего мозга, предохраняет нас от слабоумия и улучшает память, особенно у людей уже старшего возраста. А также он выравнивает эмоциональное равновесие и помогает восстанавливать эмоциональное состояние. Витамин В6 также очень хорошо помогает нашему организму витамин В6 очень хорошо помогает защитить наш организм от загрязнения окружающей среды, что немаловажно сегодня в наше время при нашей экологии. И еще в состав, как я уже сказала, входит витамин В12. Это очень редкий витамин, который входит именно в состав, который имеет растительное происхождение. Этот сок очень полезен людям, которые не едят мясных продуктов, потому что в основном витамин В12 находится в мясе. Это вегетарианцы, веганы и люди, у которых дефицит витамина В12, у них часто такие проблемы со здоровьем, как анемия. И выпивая этот сок, можно избежать таких проблем. Ну и рекордсменом по витаминам алоэ манго – это витамин С. Его в этом соке 40%. Но витамин С – это витамин номер один в нашем организме. Он должен у нас присутствовать всегда. Это и наш иммунитет, и витамин С – это и выработка коллагена, это и качество наших сосудов, и крупных кровеносных сосудов, и мелких кровеносных сосудов. И вот витамина С, я повторюсь, в соке манго 40%. То есть если у вас есть необходимость восполнить организм витамином С, то, пожалуйста, это сок алоэ манго. Ну вот, кратко хотела вас познакомить с этим продуктом, поделиться своими впечатлениями. Конечно, я его пробовала, я его пью. Его невозможно пить дозированно, он очень вкусный, его хочется пить и пить. И я надеюсь, вы поняли, что здесь большая часть
витаминов группы В, а это очень мощные антиоксиданты и очень мощный антистресс. Ведь стресс вреден не, собственно, как стресс, он вреден своими последствиями. И последствия стресса у каждого человека будут проявляться индивидуально. У всех у нас за жизнь накоплены какие-то хронические проблемы. И вот там, где у нас уже хроника, про которую мы, может быть, уже давно забыли, и она много лет никак не проявлялась, вот стресс как раз и поднимет вот эти вот застарелые наши хронические проблемы. И сок алоэ манго не позволит это сделать. Он нас защитит от последствий, перенесенных нами стрессов. Пейте сок алоэ манго. Обязательно попросите того человека, который дал вам это видео, побольше информации. И спросите у него, как вы можете заказать этот сок. Закажите, пейте сами. Обязательно давайте своим детям. И здоровья вам и благополучия.